Привет, друзья! Давайте сегодня разберем один из способов выразить будущее время в английском языке. Смотрим отрывок из фильма «Отпуск по обмену». On a noon plane. Новый знакомый расспрашивает Аманду о том, как проходит ее отпуск. So how's it going so far? Аманда прямо отвечает, что как-то не очень. «Well, it's not going so great». I'm leaving tomorrow on a noon plane. Анализируем предложение. Видим, что речь идет о будущем времени. Ведь есть слово tomorrow. При этом I am leaving. Present continuous. Все знают, что это время обычно используется для выражения действия, происходящего в момент речи. Например, I'm reading a book now. Я сейчас читаю книгу. Но также мы употребляем present continuous, когда говорим о ближайших планах на будущее которые мы уже решили осуществить. I'm leaving tomorrow on a noon plane. Я улетаю завтра в полдень. Аманда показывает, что она уже решила, что улетает, и знает, на чем и во сколько. При этом часто есть какая-то подготовка к этим планам. Например, куплен билет, как в примере из фильма. Или вы договорились на какое-то определенное время с кем-то. So, how's it going so far? Well, it's, um, it's, it's not going so great. Yeah, I'm leaving tomorrow on a plane. Давайте взглянем на другие примеры. I'm going to a party tonight. Я сегодня вечером иду на вечеринку. I'm doing my laundry tomorrow. Я завтра буду стирать. We're going shopping this weekend. Мы идем за покупками на выходных. I'm working tomorrow. Я работаю завтра. I'm going to the movies this weekend. Я иду в кино на этих выходных видим, что во всех ситуациях действие не происходит в момент речи, а будет происходить в будущем. Это время также используется для подобных вопросов и отрицаний. What are you doing this Friday? Что вы делаете в эту пятницу? I'm not going to the gym tomorrow. Я завтра не иду в спортзал. Если планы продуманы заранее, то мы не употребляем future simple. Неверно было бы спросить о планах на завтра так. What will you do tomorrow? Мы спрашиваем What are you doing tomorrow? И также с ответом мы не говорим I will work tomorrow, а говорим I'm working tomorrow. Future simple используется, когда мы решили что-то спонтанно, прямо в момент речи. Например, I'm tired, I'll do it tomorrow. Я устал, я сделаю это завтра. I'm busy right now, I'll call him back later. Я сейчас занят, я перезвоню ему позже. Если это видео было для вас полезно, напишите, пожалуйста, комментарий, какие еще грамматические конструкции вы бы хотели разобрать в подобном формате. Спасибо за то, что смотрите. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.